На старте вся страна. Жителей всех российских регионов объединил спортивный праздник «Роснации». Чебоксарцы тоже проголосовали за здоровый образ жизни. Любители и профессионалы собрались на набережной столичного залива. Именно здесь вот уже 12-й год подряд прокладывают маршрут Всероссийского дня бега. С его участниками познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Любители бега начали собираться на Певческом поле задолго до официального старта кросса наций. Для многих он стал семейным праздником. Супруги Егоровы из Чебоксар впервые пришли сюда вместе со своей дочкой. Полугодовалая Даша стала полноправным участником кросса. Ей тоже выдали нагрудный номерок. Приучаем сразу ребенка с детства к спорту, чтобы бегал, чтобы на лыжи вставал. Также пойдем на лыжи в России. Количество участников кросса нации увеличивается с каждым годом. Это еще раз доказывает, что Чувашию не зря называют одним из самых спортивных регионов страны, отметил глава республики Михаил Игнатьев. Республика ежегодно по количеству любящих физическую культуру и спорт в удельном весе лидирует среди регионов Российской Федерации. Поэтому я благодарен всем тем, кто неравнодушно относится к самому себе и к спорту. Чувашский народ издревле любил данный вид спорта, королеву спорта, потому что это самый доступный вид спорта. По традиции первыми на старт выходят школьники и студенты на Певческое поле. Многие приехали целыми командами. Уже спустя 15 минут колонна любителей бега растянулась по всему Чебоксарскому заливу. Все участники кросса преодолевали дистанцию в 4 километра. От молодых не отставали ветераны спорта. Каждый год в этих массовых стартах участвует 80-летний легкоатлет Николай Тихонов. Я ваш Чебоксары бегал километров 20. Это годы, студенческие годы. Это было 57-й, 58-й, 60-е годы. И приз журнала «Ялам». Около кинотеатра «Родина» до Харьковцев и обратно. Свою дистанцию преодолели и почетные гости. Участниками звездного забега стали члены кабинета министров, руководители столицы республики и олимпийские чемпионы. Настроение сегодня праздничное, спортивное, погода прекрасная, столько народу вышло. Все рады, все здоровы, и папы, мамы, дети в колясках пришли. Я рад за них, я горд за них. Я благодарен всем им. Кросс-нации прошел во всех муниципалитетах республики. Всего в Чувашии на массовые старты вышли более 50 тысяч человек. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.